Итак, мы с вами хорошо разобрали, какие есть уровни организации материи, но я не скажу вам никакого секрета, если скажу, что никакой такой материи, которая бы находилась в абсолютном покое, нет и быть не может. Материя только и может браться как и пониматься только как движущаяся. Вся материя, любая материя, вся находится в процессе движения. Все согласны с этим? Или есть какие-то споры? На эту тему споров вроде бы как и нет. Можно на время, так сказать, абстрагироваться от этого движения, как мы вот сейчас, вот когда вы едете в поезде и пьете чай. Но чай-то ведь тоже несется со скоростью, там, скажем, если вы на скоростном, то со скоростью 120 км в час стакан чая, а вы так это лениво помешиваете, так попиваете. А когда вы вот так вот сюда наливаете чай, а вот он у вас, этот вот чай-то с такой скоростью так и несется, мы об этом не думаем. Или вы когда, почему никто, сказать, вот те, кто на боковых, они могут ногами вперед ехать, а другие просто так вот штабелями едут, там, с большой скоростью. А потом раз что-нибудь бывает, мы знаем тогда, когда что-нибудь бывает, как потом эти вагоны начинают кувыркаться. Мы знаем, рискуем. Есть, конечно, люди, которые уверяют нас, что есть, что главная забота – безопасность. Я с одним товарищем разговаривал, своим, который в органах МВД работал, и связанный с ГАИ. Говорят, может быть вообще вот машины безопасные? Вот техника, которая высокоскоростная, она может быть безопасной? Ну как вот у вас какая-то есть организация по безопасности движения? Разве может быть безопасное движение? А вот делать более-менее опасным можно, а безопасным сделать нельзя. Ну как вы сделаете безопасным поезд? Ну, опасность изменить, конечно, абсолютно нельзя. Не бывает безопасных скорых поездов, не бывает. И автомобилей безопасных не бывает. Не надо себя обманывать. Можно ограничивать скорость, уменьшать опасность, но чтобы безопасный был, вы должны понимать, что вы имеете дело со средствами повышенной опасности. Об этом надо, наоборот, говорить. Повышенная опасность. А вам говорят, ну, безопасно, садитесь. Потом раз уже вытаскивают части тела. Нету безопасных автомобилей, нету безопасных поездов, тем более самолетов. А чтобы не выскакивали раньше времени те, кто является летчиками, им в пассажирских самолетах не дают парашюты. Вы не заметили? Вот если это военный самолет, там катапультироваться они могут, то все. А тут, когда речь стоит о жизни и смерти, если выдать парашюты, то, может быть, они очень хорошие люди и так далее, но перед лицом своей собственной смерти они раз нажали на кнопочку и улетели, а вы падаете. И не могут они улететь во всем мире, нигде, ни на одном пассажирском самолете не предусмотрено, чтобы катапультировались летчики. Боритесь до конца за живучесть самолета. Если уж вы погибнете, то только вместе со всеми. Или все погибнут только вместе с вами. Вот, так сказать, ваша заинтересованность. Но если я встану и скажу, самолет – это безопасный вид транспорта. Но если вы скажете, самый безопасный, ну, еще можно на эту тему, хотя это сомнительно при таких скоростях. Разгерметизировалось, и все. Я вот однажды парикмахерской, ведь там, знаете, как разложены журналы, пока ждешь, читаешь. И вот, значит, в районе, так сказать, Центральной Америки самолет большой летел с пассажирами, и вдруг часть обшивки, вот верхняя часть, кабина пилота осталась закрытая, а вот над теми, кто сидит, вся эта часть отвалилась и упала. И они вот такие ошалелые, значит, летят, а летчики посадили на ближайший аэродром. Причем у некоторых так вот отвернуло это сиденье так вот на бок. Они так пристегнутые сидят и с такими страшными глазами на всех глядят. Живые все. И они убедились, что это безопасный вид транспорта. Ничего с ними не случилось. Но это редко бывает, такое чудо. Фотография там была жизненная. А вот органы ГАИ, как называлось раньше, автоинспекции, надо инспектировать, то есть наблюдать за тем, чтобы опасность была поменьше. Да. Вот, так поменьше. А если вам скажут, что вы будете, у вас транспорт безопасный, не верьте. Не верьте. То есть, если мы говорим о движении, в движении вообще существует без противоречий? Или всякое движение связано с противоречием? Как вы считаете? Движение по движению стояния. Что? Ну, движение машины, она стояла сначала, то есть она сначала как будто тянута. Нет, давайте вот движущуюся машину возьмем. Вы можете обрисовать, в чем тут противоречие в этом движении? Это какое движение, когда машина едет? Физическое, химическое, биологическое, социальное движение за революцию, за цветную революцию, или это механическое движение? Противоречие. Можете, в чем состоит противоречие механического движения? Скажите, пожалуйста. Или оно не противоречиво? Вот я выдвигаю общее положение, философское. Всякое движение содержит свое противоречие. Всякое. И если кто-то его не видит, значит, он философски пока еще не вполне образован. Только и всего. И вот перед вами поставлена задача сформулировать, в чем состоит противоречие механического движения. Вы очень усложнили задачу. Машина, человек, слишком много объектов. У меня вот не укладывается в голове, это слишком сложно. Мы должны упростить задачу. Ну вот представьте, точка движется, ну точка. Точка движется, механическая точка просто движется. Что, вам так важно, что там был руль, колеса? Это не так ведь важно, правда? Ну считайте, камень с горы катится. Для простоты. Катится камень с горы, круглый. Не хотите камень, потому что он там иначе подпрыгивает, давайте будет просто шар. Шар идеальный. Катится, и даже не с горы, а знаете, такое прямо сделано. Все так ровно-ровно, вот он катится. Тут есть противоречие или нет? И человека тут нет никакого рядом. И разговаривать больше не о чем. Вы мне в простом варианте или в простом отсутствует противоречие. Только в сложных случаях есть противоречие. То есть противоречие – это когда все сложно. А когда все просто, противоречия нет. Нет, противоречие есть. Есть. Ну, почему он катится? Я вас не спрашиваю, почему он катится. Не надо это рассказывать. Расскажите, в чем состоит это противоречие. Противоречие должно быть... Противоречие – это противоречие. Выражается противоположными утверждениями. Или я непонятно. Все понимают слово «противоречие». Есть одна речь и противоположная речь. Где ваши две противоположных речи? Я не слышу. Относительно одного объекта, объект... Какого одного? У нас один объект – шар. Шар. Одного наблюдающего он может двигаться, относительно другого нет. Нет у нас никакого наблюдателя. Мы с вами наблюдатели. Хватит нам, у нас целая аудитория наблюдателей. Вы еще какого-то придумали наблюдателя. Вы что? Хорошо, если остается состояние покоя. Шарик катится, катится. Вот а мне объясните мне противоречие этого движения механического. Ну, и не надо наблюдателя трогать. Пусть он спокойно, вот мы с вами наблюдатели, спокойно думаем. Но не надо к нам приставать с такими трудными проблемами. А почему такие простые вещи так сложно излагаете? Ну, это простое же противоречие. Я случайно, думаю, я специально взял самую простую форму движения, уже проще нету. И все равно начинают так это. Чего так сложно излагаете? Вы не профессор? Я не знаю, как-то очень сложно. Может, да. Мысль ваша совершенно правильная. А противоречие вы мне... не сформулировали. В чем состоит противоречие движения этого? Противоречие, значит, вы должны два противоположных утверждения сказать. Два. Два. Да он в одну сторону катится. Что вы не видите? Я с горы он катится. Что вы тут... Я непонятно выразился. Шарик пустили с горы. Вот он катится. Расскажите противоречие этого движения. А вы мне расскажете, а если в другую сторону покатить? Он катится уже в одну сторону. Катится в одну сторону с горы. Не надо ничего притаскивать сюда. Противоречие его движения состоит в том, что двигаясь, он одновременно находится в какой-то точке, не находится. Вот. Вот учитесь. Учитесь. Как фамилия ваша? Краснова. Громче. Краснова. Краснова. Молодец. А вы? Я что же сама говорю. А вы тихо говорили, я не услышал. Потому что, а знаете, почему вы тихо говорили? Сами не верили в свое счастье. А вот человек взял и сказал, находится и не находится в этой точке. Это же два противоположных утверждения, правильно? А вы можете доказать это? Вот вы говорите, что вы говорили. Ну, докажите. Первое положение и второе. Тихо, 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 тихо. Вы уже сказали. Вы уже Платон сделали, а это Аристотель. Пускай он доказывает. Вы свое в науку вклад сделали. Спасибо вам большое. Пусть он заявку сделал. Нет, подождите. Значит, два утверждения у вас. Вы уже приступили к деятельности научной, вот после того, как это открытие сделано. Противоречие состоит в том, что шар находится в точке и не находится в ней. Вам надо доказать, что он находится. Это первое утверждение. И второе, что он не находится. Правильно? Вот товарищ Краснова, она может доказать, но она умолкает, чтобы дать вам показать себя. Показывайте. Тем более вы заявили, я тоже открыл, вот я тоже Платон. Нет, вы Аристотель, давайте. Аристотель и думал. А вот помните, Ломоносов говорил, что может собственных Платонов и быстрых разумом Евтонов российская земля рождать. Вот она вас родила, и, пожалуйста, отвечайте. Российская земля. Не обязательно греки. Греки должны это все добывать для вас. Ну. Ну вот. Мне мысль не сформулировать. Головой-то придумать могу, я не сформулировать. Ну, а чем еще вы можете думать, как не головой? По-моему, больше и нечем. Ну, я не знаю, как-то сама эта посылка, что вот только головой я могу придумать, как будто вы еще чем-то думаете. Как-то так странно, вы мысль куда-то пустили далеко по кругу. Так, ну придется просить вот автора. Так, не могли бы вы доказать, что он находится? Это, то есть шар катится с горы. Надо доказать, что он находится в этой точке, в любой, да, по которой он проезжает, и что он не находится в ней. Ну, доказывайте. В определенный момент времени мы можем зафиксировать его координаты, это будет его нахождение в этой точке. Так. Но если он будет все время в этой точке находиться, то движения не будет. Да. И, соответственно, чтобы движение было, он через мгновение уже должен перестать находиться там. Ну, нет, это не пойдет через мгновение. Это вы разнесли. Это никакое не противоречие. Через мгновение, это значит, он сегодня находится, завтра не находится. А надо. Противоречие, когда он... Вот. И в состоянии статики. Как? Покоя, состояние покоя. Поскольку он... Короче, находясь в точке, он двигается, чтобы перейти на следующую. Как? Находясь в точке, он как бы совершает движение, чтобы перейти на следующий шар. У него есть энергия. Дело в том, что он крутится, ладно, к шару убираем. Точка катится. Точка катится, чтобы вам это не мешало. В определенной точке совершать, короче, движение дальше. Ну там катиться еще. Нет, как-то это не смотрится. Ну вот вы уже тут где-то были близко к открытию, вот вы вот были уже рядом. Что происходит-то? А раз вы разнесли это дело, покой и перемещение, покой и перемещение, это уже не получилось противоречие. Противоречие, когда про одно и то же. В чем смысл противоречия? Противоречие означает сейчас два противоположных утверждения об одном и том же. Я неправильно излагаю? Повторяю. Слово «противоречие» означает не более, не менее, как два противоположных утверждения об одном и том же. Об одном и том же, а не о разных вещах. Что-то Иванов пошел туда, а Петров сюда. Какое тут противоречие? Никакого нет противоречия. А вы должны про одно и то же сказать прямо противоположное утверждение. Ну как шар может не находиться в точке, если он там находится? Вот как это возможно? А как вы понимаете противоречие? Хотите, я вас про вас противоречиваю? Вот вы хороший студент, это первое утверждение, потому что вы, у вас мысли есть хорошие, разумные. И вы плохой студент, потому что никак не можете ответить на поставленный вопрос. Это прямо противоположное утверждение. А в целом А в целом вы студент. Студенты находятся в процессе познания. Поэтому ожидать от студента, что он прям вот выдаст все уже в готовом виде, и не следует. Правильно? Поэтому ничего обидного про то, что я вам сказал, тут нету. По той простой причине, что это нормально для студента. Что если бы он уже все знал, он был бы уже не студент. Правильно? Получается, шар как бы движется, но в одной точке в какой-то момент времени стоит. Так что... Почему стоим-то? Ну, стоит в определенном момент времени. Ну, почему стоим? Вопрос-то не... Разве для того, чтобы находиться в этой точке, нужно стоять? Ну, вы пересекаете. Ну, пересекайте. Кто вам мешает пересекать? Ну, зачем стоять-то? Ну, что, машина для того, чтобы ехать, стоит где-нибудь? Она перед светофором, когда она стоит перед светофором красным, то она в это время не едет. А вот когда она едет, она стоит? Не стоит, она едет. Вот вы эту самую езду, пожалуйста, обрисуйте, как в противоречии. Вот вы были близки, но зачем-то растащили эти точки. Через некоторое время... Проходит эту точку в этот же... Проходит, да. Наша точка находится в каждом мгновении, она находится в состоянии покоя, но в конечном счете это все преобразуется в ее движение. В конечном счете. Так вы нам этот секрет и не раскрыли. В конечном счете. Я думал, она вот как-то вот вы покажете противоречие, а вы говорите, в конечном счете смотрю, кажется, все это летает, летает, а в конечном счете упадет. Ничего себе. И так про самолет расскажете, как он летает. Неинтересно. Это говорит о том, и это, дорогие товарищи, говорит, это не, так сказать, не вина тех, кто присутствует. Если кто-то думает, что это он просто вот не соображает, это нет. И это означает, что вот присутствующие, они знакомы с формальной логикой, а к диалектической логике не привыкли. И это нормально, потому что, ну что мы изучаем? Вы когда-нибудь изучали диалектическую логику? Никогда. Откуда у вас диалектическое мышление? Оно, это же более высокая форма мышления, она не появляется. Математика построена на каком мышлении? На формальной. Формальная логика, она в курсе математики практически дается. Если там не может быть противоречия, потому что даже есть от противного доказательства. Предположим, что вот вы крокодил. Потом разбираем, и получается, что я крокодил. Мне это не нравится, тогда мы отвергаем это, то, что вы крокодил. Все. А то иначе я тоже крокодил, понимаете, какая штука получается? Потому что из ложной посылки ложной тоже следует. Так вот, там нет противоречия. И, значит, мы вот наблюдаем такое незнакомство с противоречиями. Я это сейчас вам, эту проблему, очень быстро разрешу. Эта точка находится вот в этой точке и не находится в ней одновременно. Прям предположим утверждение. Находится, не находится. В этой точке, не в соседней точке, и не в конечном счете. Почему не находится? Сейчас объясню. Вот, а вот почему, это начало вот товарищ Краснова объяснять, но она немножко, так сказать, тут как-то застряла. Потому что если она движется, это означает, что она не находится в этой точке. Но если она движется, она должна обязательно находиться в этой точке. Потому что если она движется, на эту точку проходит. А раз проходит, значит находится. А раз она ее проходит, значит не находится. Непонятно? Не разу вообще. Потому что прохождение точки и означает ничто иное, как а. Находиться в этой точке, и б. в ней не находиться. А вы как думали? Перелетать, что ли, она будет в другую точку? Перепрыгивать, что ли, будет? Через все точки, между двумя точками бесконечное число точек. Отрезок, там бесконечно много точек. Поэтому... Двигаться можно только так, если вы считаете, что она находится в этой точке и не находится. Это противоречие. Налицо. Противоречие. Потому что сказать, как она не находится, если она находится? А как она находится, если она не находится? Вот она находится и не находится. Если человек не может в себе удержать в голове прямо противоположное утверждение, он не диалектик. А если он не диалектик, он не может изобразить движение. Он не может изобразить, что вот вы хороший человек, но у вас отрицание и недостатки есть? Есть. А недостатки – это ваше утверждение или ваше отрицание? Почему, наверное, опять? Вот все время вы как-то вот... Ну, недостаток – это значит отрицание ваше. Оно не во мне, оно в вас же. Ну, не хотите про вас, хотите про меня. Скажем, давайте. Если я человек, то у меня есть недостатки? Нет, у вас, я понял, нету. Я сказал, что есть. Есть? А, ну хорошо, есть. Так оно отрицание ваше или нет? Или утверждение, если это недостаток? Утверждение. Если оно утверждение, тогда нечего на себя направленно возводить. Это не недостаток. А недостаток – это только когда отрицание. Нет, вы не видите впереди? Не. Вы не видите? Отрицание – это не. Самое простое определение отрицания – это не или ничто. Не достаток – это не вы. Но где не вы? В вас или во мне? Ваш недостаток в вас или во мне? Получается, что во мне. Мой недостаток во мне. А ваш, вот уже получается, не допустим, а именно получается. Вот и мне это нравится. Потому что получается – это выведение, это логика. А допустим – это предположение. Я могу допустить, что вы крокодил. А вот это не получается. А допустить я могу. Так вот, получается, да, что это ваше отрицание. Если отрицание в действиях или ни в каких действиях не проявляется ваш недостаток. Если оно не проявляется в действиях, это недостаток. Не надо себя, так сказать, чернить, черной краской мазать. Значит, только тогда это недостаток, когда он проявляется. В каких действиях? В хороших? В общественных или антиобщественных он проявляется, ваш недостаток? Вот, в антиобщественных. Наконец-то вы строго стали рассуждать. Так а что это вы совершаете антиобщественные действия? А как еще? Вот так. А вы должны ответить, они у меня не главные, основное во мне, то, что я общественные действия совершаю во благо общества. А это лишь отрицание во мне. Но не противоречивых людей-то нет. Нету таких людей, у которых были бы только все положительные качества, а не было бы отрицания. Нету. И никто, или здесь кто-нибудь есть. Поднимите руку, у кого нет недостатков. Вот до чего мы дошли. Нету таких людей. А их никогда и не было, и не будет. Так что, значит, что означает утверждение «хороший человек»? Ну, грубо говоря, то, что у него есть недостатки. Это вас удивляет? Что такое сказать? Это вот что означает слово «жена»? Значит, муж есть. А что такое сказать? Это муж. Значит, жена есть. Но она как незримо присутствует, если говорят муж. Но она разберется, когда он домой придет с ним. Это так. Что значит вверх? Значит, низ есть. Что значит низ? Значит, вверх есть. Что значит находиться? Значит, не находиться в этой точке. Уже слова «не находиться в точке», значит, в ней одновременно находиться. И вот только тогда, когда и то, и другое, тогда движение. А когда только находится в этой точке, это значит, движение прекращено. Правильно? А вот такое, что только не находится, не может быть. Потому что вы же не можете перепрыгнуть через точку. Вы обязательно, если вы двигаетесь, если вы едете на машине, вы каждую точку проезжаете. Правильно? То есть вы в каждой точке находитесь. И в это время, одновременно, вы в каждой точке не находитесь, раз вы ее проезжаете. И именно потому, что вы ее проезжаете, а не просто стоите, то вы и находитесь в этой точке, иначе вы не проезжали эту точку. И не находитесь, потому что вы ее проезжаете. Из одного и того же следует и то, и другое. Прямо противоположное утверждение. Вот так изображается механическое движение. Механическое движение изображается противоречием. Быть в этой точке и не быть в ней одновременно. Ну вот вы живой человек. Вот то, что вы вдохнули сейчас, это вроде и выдохнули. Это разные процессы механические. А вот поглощение кислорода вашими клетками и выбрасывание, так сказать, из клеток того, что и каких-то продуктов распада, это процесс одновременный. Нельзя сказать, что сейчас вы только поглощаете, а потом вы только... Это вы можете, так сказать, периодически ходить в столовую, а ваша кровь артериальная все время несет кислород и... Все время питательные вещества идет ко всем клеткам вашего организма. И все клетки вашего организма в венозную кровь выбрасывают продукты распада химического процесса, который идет в ваших клетках. Так? И не потом, когда сначала вам пришлют новую кровь, потом вы отдадите старую. Или взамен. Вот я вам старую, давайте новую. Я вам новую, давайте старую. Все время это идет. У вас текут по жилам и туда, и туда. Противоположные потоки крови. Все время. Все время. Но это уже другое движение. Это уже движение в двух противоположных направлениях, связанное с химическими реакциями. Потому что всякое движение, всякое представляет собой противоречие. Или так, Гегель говорит, Движение – это изображение противоречия. Это изображение противоречия. Только так можно и понять это движение, иначе движение нельзя понять. Иначе мы растаскиваем два процесса, два противоположных процесса на какие-то два разных, и никакого движения не получается. Но это очень важно усвоить. Вот мы начали с самой простой механической формы движения. Она содержит в себе противоречие. Но я хочу обратить ваше внимание уже и на те формы движения, которые мы с вами рассматривали уже в наших лекциях раньше. Но мы их рассматривали самих по себе, а вот сейчас мы их будем рассматривать как движение материи. Поэтому вот сегодняшнюю вот эту лекцию, которую мы начали с противоречия механического движения, мы посвятим социальному становлению. Социальное становление. Социальное становление. Ну, мы с вами разбирали, между прочим, что такое становление, правильно? Но сейчас нам надо разобраться с социальным становлением, то есть применить это же знание к этому вопросу. Но чтобы его применить, мы его вспомним. Повторение – мать учения. Мы рассматривали с вами самую простую категорию диалектики. Какую? Самой простой категорией диалектики является... Какое? Какое бытие? Чистое. Вот это самое простое. Потому что бытия много. И вы бытие, и я бытие, и аудитория. Это вот бытие аудитории. Чистое бытие. Вот чистое бытие. И мы с вами, если будем рассматривать и логически, так сказать, обдумывать чистое бытие, к чему мы придем? Нет. Это то, что оно есть. Мы не к этому придем, а с этого мы начали, что оно есть. Мы начали с бытия. Это неправильно вы сделали, это прям противоположная мысль у вас. Прям противоположная. А мысль, когда мы обдумываем бытие, только одна, что больше нечего тут обдумывать, кроме того, что оно есть. Нечего больше обдумывать. И значит, мы приходим к категории «ничего», то есть «ничто». То есть бытие переходит, чистое бытие переходит в чистое «ничто». Если мы что-то взяли и рассматривать, раз вы взяли, значит, оно есть. Все. А вот когда мы уже рассматриваем, то мы начинаем что-то хотим больше получить. Смотрим на то, что есть, и видим, что в нем ничего нету, кроме того, что оно есть. Или что кроме того, что оно есть, в нем больше ничего нету. И мы приходим к мысли о ничто. То есть чистое бытие переходит в чистое ничто. Оно что, в голове у нас только переходит? А движение в понятии, оно отражает движение? Если мы материалисты, мы как рассматриваем, что наше сознание отражает движение жизни или нет? Если мы материалисты, да? Значит, это только потому такое в языке происходит. Такое происходит в логике, потому что оно есть в самой материальной жизни. В самой материальной жизни чистое бытие переходит в чистое ничто. А чистое ничто... Если его рассматривать, что, если мы начнем его рассматривать, что получится? А? Как только мы начинаем его рассматривать, оно тут же, только потому, что как только мы его рассматриваем, значит, мы его берем как то, что есть. Правильно? Значит, мы выходит, мы уже берем его как бытие. То есть только, как только мы пытаемся начать рассматривать, оно уже не ничто, а... бытие. Но уже чистое у нас язык не поворачивается сказать. Почему? Потому что уже состоялось два логических перехода. Чистое бытие превратилось в чистое ничто, а ничто превратилось просто, значит, в бытие уже. Но бытие, как мы с вами знаем, оно же превращается в ничто. Даже чистое, а тем более любое другое. Значит, любое другое. Бытие превращается в ничто. Значит, никакой остановки тут не получилось. И получилось движение. Какое? Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Нет ничто, нет бытия. А есть лишь движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии. Так? Так. И вот мы это движение и усматриваем. Вас удивляет, что одно в другое переходит? Вас даже больше удивляло, что находиться и не находиться в одной точке. Это уж совсем элементарно. А тут гораздо более сложно. То бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И есть только одно движение перехода бытия в ничто, ничто в бытие. Как оно называется? Становление. Вот, прекрасно. И вот мы в этом становлении уже хотим поймать какое-нибудь бытие или ничто. А как вы его поймаете, когда бытие тут есть только как переходящее в ничто, а ничто есть только как переходящее в бытие. Правильно? Как называется бытие, переходящее в ничто? В становлении. Как? Прехождение. Прехождение. А как называется ничто, переходящее в бытие? Возникновение. То есть, обратите внимание, в становлении бытие выступает как прихождение, то есть не такое одностороннее бытие, которое только бытие. Тем более, что это как только мы начинаем рассматривать одностороннее, все равно сразу проваливается и все, и превращается в другое, в противоположность свою, верно? И ничто. Это не просто ничто, оторванное от бытия. Не такое ничто, которое, так сказать, само по себе стоит, изолировано. Нет, это такое ничто, которое, как говорит Гегель, не превращается, а превратилось уже в бытие сразу, мгновенно. Никакого тут времени. Это вневременно прошедшее, вневременно переходящее. Потому что логически оно, как только его берешь, оно сразу превращается в свою противоположность. То есть вот два движения, которые мы наблюдаем в становлении, прихождение и возникновение, это теперь более жизненное, более реальное бытие и ничто. То есть можно было бы так сказать, в жизни нет такого бытия, которое не превращалось бы в ничто. В материи нет такого бытия, которое не превращалось бы в ничто. И нет такого ничто, которое не превращалось бы в бытие. Так? Вот. Вот. Вот это очень важно. Вот это очень важно. И если мы это осознаем вот на таком абстрактно-логическом уровне, то это применимо к истории человечества. Применимо. Потому что это... А к чему это применимо? К чему это применимо вот это вот становление? Есть такое, есть что-нибудь такое в материи, к чему это не применимо? А нет, ничего. Вас это удивляет, что это всеобщая категория? Не удивляет, потому что философия, она и занимается изучением только всеобщего. Только всеобщего. Другое дело, что мы можем это всеобщее брать как бы в отрыве от какого-то материала, но можем это обнаружить и в любом живом материале. Ну, хотите, так сказать, на вашем... Вот вы сейчас, что сказать, вы находитесь в процессе становления? Естественно. Значит, у вас, так сказать, идет переход ничто в бытие. Вы все больше и больше знаете. Вот сейчас то вы уклонялись от каких-то таких выводов определенных, а теперь уже получается у вас, уже выводы идут. Это же движение от ничто к бытию. Но вы же понимаете, что мы с вами смертные, не только я, но и вы. И это все, конечно, нас чуть-чуть обращает наш этот праздник жизни, чуть-чуть. Но жизнь, наверное, в этом и состоит. Значит, есть и то, и другое. Есть и возникновение, есть и прихождение, есть и бытие, и ничто. И это во всем. Во всем. Но раз во всем, мы можем это применить, например, к развитию общества. Можем? Можем. Ну вот какое общество возьмем? Вот возьмем, давайте, первобытно-общинный коммунизм. Взяли? Он есть? Был? Был. То есть был он в состоянии бытия? Был. А бытие во что переходит? Ну как, ничто получилось? Получилось. А что является ничто первобытного коммунизма? То, что после. А что было после, что не знаете? Нет, плохо вообще. Сказать? Что, не знаете, что было после первобытно-общинного коммунизма? Какой был строй? Сервис. Рабовладельческий. Ну вот, люди знают, тут вот они на втором ряду сидят, не зря. Рабовладельческий строй. Рабовладение – это ничто коммунизма. Причем ничто, потому что там была собственность общая. Коммунист. Коммунист что означает? Что, какие слова, вот, какой смысл вкладывается в это понятие коммунистический первобытный коммунизм? Только один смысл, что была общая собственность на средства производства. И результаты производства тоже общая собственность. И все делилось в соответствии с с потребностями тех, кто в этом обществе жил. Так? Так. А если это частная собственность, это отрицание, то есть небытие, то есть ничто этого самого первобытного коммунизма. Сколько при этом первобытном коммунизме человечество прожило примерно? Немало. Ну, 90 тысяч лет прожило. А последующее, так сказать, это очень быстро там все пошло, товарищи историки. Все жили, жили при коммунизме, но когда это наступило, это рабовладение? В связи с чем? В связи с тем, что появился прибавочный продукт. Как он появился? Откуда он взялся? Потому что средства производства стали совершенствоваться, орудия труда стали совершенствоваться, и уже один человек мог прокормить двоих. А если мы можем прокормить, я один могу прокормить двоих, и я проиграл в битве с вами, это я тут за трибуной могу еще с вами тут соревноваться. А я думаю, если мы, так сказать, вы возьмете меч, и я тоже возьму какой-нибудь меч, я сомневаюсь, что я смогу вас выиграть. Короче говоря, вы меня победили. Раньше вы бы меня, когда не было прибавочного продукта, вы бы меня просто закололи и все. Ну, потому что таковы обычаи. А если бы вы меня не закололи, что со мной делать? Вы меня победили. Я вас могу прокормить? Мог прокормить раньше? Нет, раньше не мог. Поэтому смысла никакого нет меня оставлять живых, потому что или я выживу, или вы выживете. Ну, вы победили, значит, кто должен остаться живым? Вы. Если я победил, то я должен остаться живым. Но если вы победили, то вы. Ну, а если уже есть прибавочные продукты, я уже вам логически могу объяснить, хоть я и проиграл в этой битве, я могу говорить, какой смысл вам меня убивать? Вы, давайте я буду, вот сказать, так, что там у вас, виноград надо собирать? Давайте я буду виноград собирать, а вы будете ходить руки в брюки и что-нибудь мне рассказывать, и развиваться культурно. Зачем вам меня? Какой смысл меня убивать? И вам хорошо, вы меня не убиваете, вы вообще трудиться не будете, вы будете только изучать диалектику там, и ходить там по садам. Академия – это же сад. Вот будете по саду ходить, изучать туда-сюда, и в этой точке находиться, и не находиться, а я в это время буду виноград собирать. А вы мне сделаете такое деревянное жабо, чтобы я не мог этот виноград есть, пока вы мне не дадите, потому что мне никогда туда будет не достать. Помните, да, какие надевали? Какой смысл меня убивать? И мне хорошо, я жизнь получил. И вам хорошо, а вы свободно будете развиваться культурно. То есть появилась возможность рабовладения. Вот она появилась только тогда, когда в рамках первобытно-общинного коммунизма развились средства производства, производительная сила до такой степени, что один человек мог прокормить уже не одного, а многих. Появилось рабовладение. То есть появилось... А что, на чем оно построено? На какой собственности? А раз частное, значит, это не общая собственность. Что такое частное? Только часть общества имеет средства производства, а другая часть уже не имеет. Больше ничего не знает. Часть – это не целое. Или кто-то будет утверждать другое, что часть – это целое. Никто не утверждает. Значит, появилось общество, основанное на частной собственности. И оно, это общество, основанное на частной собственности, оно преобразовывалось. Потом появился феодализм, после феодализма капитализм. И это все, это общество основано на частной собственности. Потом отрицается эта частная собственность, и появляется опять общая собственность, впитавшая в себя все достижения. Мы-то знаем, как историки, что каждый следующий строй вбирает в себя все богатство, которое достигнуто, в том числе и духовное, и научное. Да? И вот второе отрицание. Отрицание теперь частной собственности, которое и переход к общей собственности. Это как называется? Коммунизм. Опять? Нет, какой социализм? Не знаю никакого социализма. Все, да ладно вам. У нас все очень просто. Коммунизм – это общее, а не коммунизм – не общее. Значит, опять коммунизм, опять общее. Все, коммунизм. Нет. Это неправильно рассуждается. Неправильно. Это говорит, это у вас, это маятник, когда вот маятник то туда, то сюда, то туда, то сюда. А диалектика учит о том, и она отражает действительное развитие мира, что бывает отрицание первое и второе. А второе отрицание – это бесконечное отрицание. То есть эта частная собственность должна все время появляться, и эта самая частная собственность все время отрицается. Коммунизм здесь уничтожение частной собственности. Не историческое уничтожение, а постоянное ее бесконечное уничтожение. Попытки, скажем, себе взять из общего богатства и сделать частной собственности, что, при социализме не были, что ли? Были. А могут они не быть? Не могут. Вот вы сами про себя говорили, что у вас недостатки. Вас только отпусти туда, поставь на какой-нибудь пост, начнете. Вот только что забрали губернатора Сахалинского. И на полу там все разложены пачки по 5000, пятитысячных. Весь ковер заняли. Но это только так, это только наличные лежат. Увезли его в Москву, и дружков его увезли. Да думаете, при социализме не было таких людей? Были. Так коммунизмом называется не такое общество, когда этого нет, а такое общество, которое это постоянно отрицает. Согласны со мной? Вот ваши положительные свойства и вот то, что вы положительный человек, только тогда имеет место, когда вы постоянно отрицаете свой недостаток. А если ваш недостаток вас будет отрицать и возьмет вверх, то вы, извините, будете уже не положительный, не хороший человек будете. Это сейчас вы почему хорошие? Потому что вы все свои самые отрицания. И не я отрицаю ваши недостатки, вы отрицаете свои недостатки. Правильно? Вы свое отрицание отрицаете и являетесь равным самому себе через отрицание своего отрицания. Чувствуете, как я сформулировал красиво? Вот, уважайте его. Он человек, который равен самому себе благодаря отрицанию в себе своего отрицания. Вы осознаете, кто вы есть. А то студент, там, я, там первый курс. Вот вы кто. А кто не может в себе отрицать своего отрицания, тот плохой человек. Он как это, знаете, это бытие, которое сползает в ничто. Был хороший человек, весь всплыл. Был хороший человек, стал подлец. Потому что не смог побороть свое отрицание. Хотелось ему взять, а я так чувствую, что как только у вас рука тянется, а вы сразу раз все сами по руке. И никакого следственного комитета вам не надо. У вас следственный комитет здесь, вот. Правильно? Возможно. Опять возможно. Какая-то неуверенность у вас появилась. За ним внимательно следите, товарищи, потому что он может и переродиться. Он даже считает это возможностью. Но это возможность или действительность? Но действительность-то ваша все-таки в том, что вы с этим боретесь. С этой возможностью, с возможностью вашей переродиться в какого-нибудь подлеца, вы боретесь или нет? Конечно. Ну вот, видите, значит, хороший человек. Я все вас пытаюсь приподнять, а вы себя все хотите приопустить. Не знаю, с какими целями. Может, и специально, чтобы усугубить как-то. Так вот, поэтому то, что появляется как отрицание, это уже не разовое отрицание, а бесконечное отрицание. Потому что отрицание уже было, поэтому оно никуда не девается, оно в вас внутри. Также и оно в этом обществе. Оно может быть 100 раз, так сказать, с виду коммунистическим, но в нем-то есть его отрицание. Оно же выросло-то из частно-собственнического общества. Поэтому частно-собственнические какие-то попытки, действия и моменты в нем есть обязательно, но они не налицо. Их не видать. А сверху все красные флаги, красные флаги. А что, не из-под красными флагами ушли из ЦК, из обкомов, из райкомов? Те люди, которые пошли в банки. Они что, пошли на заводы, рабочих поднимать, на революцию, да, против буржуазного строя? Они пошли, прямо секретари обкомов пошли консультантами в банки. Я их лично знал, потому что я был членом Ленинградского обкома. В 1990-1991 году лично их знал, потому что я предлагал на пленуме изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. Проголосовало только 17 человек из 200. Но проголосовало 17 человек. И в секретариате ЦК я был, когда обсуждалась программа партии, предложенная Горбачевым. Вместе со своим коллегой, товарищем Золотом, сейчас он заведует кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского университета. Он молодой, примерно как вы. Мы с ним вдвоем пришли в 90-м году в секретариате ЦК и раздавали напечатанную в Кронштадте брошюрку, где написано было именно вот это: «Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». А еще оба и выступили и объяснили свою позицию. Но он же был генеральный секретарь. И так просто его, так сказать, не удавалось его сместить с его поста. Поэтому с нами нельзя было сделать. Пришлось им партию закрывать. Просто закрывать. Потому что партия вот так не ходила туда. Под красным знаменем уже не шла. В направлении капитализма. Но мы это в какие-то подробности вошли. А надо понять одну простую вещь, что есть простое отрицание, первое отрицание. Есть отрицание отрицания. Отрицание отрицания – это всегда бесконечное отрицание. Равенство с собой, как отрицание своего отрицания. Вот вы себя удерживаете в том состоянии, в каком вы есть, как порядочный человек, как студент, благодаря бесконечному отрицанию своего отрицания. И любое общество удерживает себя в том положении, в каком оно есть, благодаря отрицанию своего отрицания. Ну вот, скажем, есть буржуазная Россия. Она себя может удержать как буржуазная Россия только благодаря, скажем, постоянному отрицанию таких явлений, как рабство. Да? Правильно? Или, ну скажем, если это буржуазная Россия, она церковь-то должна отделять от государства или сливать церковь с государством? Судя по всему, все-таки сейчас сливает государство. Нет, я спрашиваю, должна-то, если она буржуазная... То, так сказать, мы же что, не знаем, какая, в чем была буржуазная революция во Франции состояла? В том, чтобы отделить церковь от государства и школу от церкви. Ну, ребята не знают, некоторые неграмотные. И думают, что не будет это, вроде как это что-то хорошего этого будет. А получается, что завтра скажут, а что вы туда не пошли, в другую церковь, а в третью церковь. У нас церквей-то много. Идите теперь в буддийский храм, там постойте. Теперь идите, пожалуйста, пророку Мухаммеду, там тоже постойте, в мечеть сходите. А в синагогу почему вы не пошли? Почему это вы православным святым поклоняетесь? Идите туда и туда и туда. Как называются те люди, которые стоят со свечкой, никогда не верили и не верят? Как они называются? А сейчас стоят со свечкой. Нет. Нет, ну такой как-то уже, ну вы, у нас же дипломатия здесь, университет. Это подсвечники. Что такого оскорбительного? Подсвечники, они же больше ничего, смысла никакого в этом нет. Вот вы поверите, что человек был неверующим 50 лет и вдруг стал верующим? Ну, может быть, уже остаться, там, не знаю. Может, перелом в жизни. Перелом, да. Двойной и открытый. Охота новых ощущений. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Вот как относятся в церкви к попам-растригам? Доверяют им потом? Если они, как говорится, вот, от веры отошли, из церкви ее порвали, и что потом их кто-то будет обратно, так сказать, туда брать? Ну, если деньги собирать умеют. Вот если деньги только собирать, ну как-то их приспосабливают. То есть вообще буржуазное общество крепче, если оно со средневековыми предрассудками борется. Один из средневековых предрассудков состоит в том, чтобы соединять веру и власть. Так? Хотя для феодализма это было не отрицание, а утверждение. Верно? Ну как вы можете представить, это же царская власть или королевская власть должна же быть освящена религиозно. И это, так сказать, такая форма собирания сил, которая предполагает, ну, так сказать, какое-то единение, связанное с единой религией. Так? Так. Поэтому мы же не говорим, что религия – это просто всегда плохо и во все исторические времена. Но потому что было многобожие, а потом появилось единобожие. И не было бы единобожия, не было бы крупных централизованных феодальных государств. Так? Ну и не построили бы такие дома хорошие, как Исаакиевский собор. А много-много, если избушек настроить, это хорошо? Вроде и хорошо, но это не то, что мы называем вот это блистательным Петербургом. Лишь когда было построено? Это всегда хорошо. А? Доступное жилье всегда хорошо. Ну, я думаю, что сейчас уже вряд ли для вас доступно это Исаакиевский собор. Я произвожу. А я про... А что, или по... имеется в виду Таврический дворец, что ли, доступное жилье? Или Смольный собор? Да. Хорошо-то оно хорошо. То есть... То, что было, скажем, при феодализме позитивном, при буржуазном строе, раз буржуазный строй есть отрицание феодализма, значит, то, что в нем было положительным, стало отрицательным. Вот некоторые товарищи это не усвоили. или граждане господа. И они думают, что что-то в этом хорошее есть, чтобы постоянно, так сказать, не отделять школу, так сказать, церковь от государства, а соединять. Слишком много церквей, так сказать, слишком со многими надо отсоединяться. И это только сковывает государство. Другое дело, что вот буржуазное государство должно силой в том числе, бороться против оскорбления чувств верующих. Так? Так. Поэтому таких, как Пусси Райт, и таких, как Шарль Лебдо, надо ставить на место или сажать, чтобы они не оскорбляли чувств верующих. А не ходить, что я вот Шарль. Ты не Шарль, а оскорбитель, а ты уголовник. В России это уголовники, которые оскорбляют чувства верующих. Почему в России уголовники? Потому что Россия буржуазная страна, многонациональная. Если она не будет подавлять попытки оскорблять верующих, у нас будут проблемы очень страшные. Это Франция, которая там нет таких проблем. Там нет такого количества, нет такого смешения стран, народов и религий. А России... А? Как же арабы, которые туда валят? Что? Арабы, мусульмане. Да там арабы у них, это бывшие это люди из их колоний. Вот откуда они. А у нас не из колонии, у нас, так сказать, они живут вечно. Вот удмурты, пожалуйста. Как жили, так и живут. Или чуваши на Волге. Они что там, были русские, стали чуваши, или были чуваши, стали русские? Искренне жили вместе. И поэтому не допускали вот такого оскорбления там чужих каких-то святынь. Вот у вас есть какие-то святыни, я могу на них покушаться и оскорблять их? Не могу. Вот вы любите, допустим, так говорить, для вас это святое. Можно так считать, можно не так считать. Я стараюсь тоже не оскорблять. Я стараюсь не оскорблять. Я же не сказал, что вы там такой-сякой. Я же не пришел к вам с этим чем-то, с картиной такой на вас, с карикатурой, что вы такой вот. Я же это не делал. Я просто спокойно... А? Я бы только посмеялся. Не знаю, я такой нарисовал, чтобы вы заплакали. Но я не буду это рисовать. Не буду. Я бы тоже посмеялся, но не надо по себе мерить. Люди-то разные бывают. Одни посмеются, а другие возьмут пулемет и будут в вас стрелять. Это форма посмеяться над вами. Вот там тоже взяли и посмеялись над этими картинами. Ой, как, говорит, смешно. Давайте я тоже для смеха постреляю. Ой, как смешно. А потом выбежали люди, там, толпа, там, 50 тысяч, давайте, значит, пробежимся. Ой, как смешно, мы теперь идем и мы протестуем против этого. Только зачем вы это допускаете? Потом еще один приехал из Швеции, прямо специально на целый конгресс этих карикатур на пророка Мухаммеда. И его тоже еле-еле спасся. Но пару человек погибло еще. Это же понятно, к чему это приведет. Это вы не будете стрелять, я не буду стрелять. Но найдутся люди, которые возьмут и будут стрелять. То же самое Немцов, он же тоже в этом замешан. Вот он же поддерживал это. Поэтому тоже Следственный комитет, как один из вариантов, рассматривает этот самый... Сейчас все мусульмане, все взбудоражены вот этими всеми атаками. А там среди них, а там же очень все просто и понятно в религии. Вот переходите к нам, мусульмане, я вам дам пояс шахида, и вы, в отличие от этих неверных, сразу в рай. Сейчас вы их перестреляете и улетите в рай. Идите к нам. А я неизвестно, попаду в рай или нет, а вы попадете. Я знаком с тем, что самоубийцы в рай попадают. А вы поменяйте религию. Нет, у вас плохая религия. Идите к нам. У нас хорошая религия. У нас сразу вы попадаете в рай, вот сразу одновременно с нажатием, так сказать, этой кнопочки вы сразу улетаете в рай. А эти вот, они все в ад. Вот те, которые упали. Идите к нам. Да, точно. А что вы думаете, вот такие, как вы, сидят, и говорят, знаете, стипендия будет 10 тысяч, будете у нас учить военное дело, на фоне вашей этой ничтожной стипендии, которую вы получаете. Вот в том же самом Дагестане негде работать, молодежь, негде работать, стоят пустые глазницы. Как негде? В Москве работать. Вот они в Москве киллерами работают. Им деньги там платят, учат. Он говорит, ну теперь осталась последняя операция. Одновременно изучает ислам. Вот теперь последняя осталась операция, надо вот вам улететь в рай, а этих в ад отправить. И все, от вас больше ничего не требуется. Только нажмите кнопочку, а мы вам все дадим. Не так разве делается? Но это уж бороться с религией скорее надо тогда. Точнее, религии, как вы будете бороться, чтобы бороться с религией, надо жизнь изменить, дорогой товарищ. А если я буду вам говорить все время, как встречу вас, Бога нет. Вам это надоест, вы один раз возьмете палку и дадите мне по голове. Потому что надоест это, что я все время к вам пристаю с такими вещами. Не надо примитивизировать. Религия-то возникает не из головы, мы материалисты с вами, она возникает из тоже определенных условий жизни. Если человек придавлен, и он не видит выхода в этой жизни, тогда он начинает искать выход где? Там. А вы, я чувствую здесь по вам, что вы еще в этой жизни видите выход. Пришли в университет, изучайте философию. Ну так зачем вам это нужно? Конечно, вас я не смогу убедить, чтобы вы там что-то прицепляли к какой-нибудь пояс. Так. Поэтому вот это предположение о том, что будет опять отрицание. Отрицание все время будет, но будет все время отрицание этого отрицания. То есть второе отрицание – это бесконечное отрицание. Отрицание бесконечных первых отрицаний. Вот считать, что вот появится коммунизм, в котором не будет антикоммунистических действий или проявлений, ну это глупость, антидиалектическая глупость. Но вот на самом деле так и думали люди, которые создавали этот самый коммунизм в России, большинство. И даже в программах, например, я вам могу сказать, в программе политэкономии, которую нам давали читать, было так. Становление и возникновение социализма. А прихождение где? Вот мы уже с вами изучили, что не бывает возникновения без прихождения. Ну, если есть возникновение, должно быть прихождение, а его как бы вот нету, закрыто. Люди не видят этого прихождения. А раз они не видят, они жертвы, легкие жертвы, даже внешнего воздействия и внутреннего тоже. Поэтому, когда говорят, вот Советский Союз развалился, да на черта такая страна, в которой она сама разваливается. Вам нужен саморазваливающий союз? С таким замечательным свойством, давайте, говорит, создадим социализм, чтобы он сам обладает свойством саморазваливаться. Знаешь, как есть такая упаковка? Она полежит на солнце для молока, и она распадается. И вот так, говорит, развалился Советский Союз. Советский Союз создавался, строился, ну вот как, скажем, социалистический. Сколько лет? С 17 по 35. Это сколько лет? 18 лет. А разваливался он с 61-го, когда отказались от главного вообще в коммунизме и в марксизме, от диктатуры пролетариата, когда партия правящая отказалась, и до 91-го. Это сколько лет? 30 лет. Ничего себе саморазваливался. 30 лет пытались его развалить, никак не могли развалить. Ну, раз считалось, что нет прихождения, значит, никто его и не разваливал. Потому что говорили, ну, это же социалистический рынок, социалистическая конкуренция, социалистическая проституция, социалистические предприниматели и так далее. Все социалистическое. Все было социалистическое. Так и писали. Закон стоимости. Товары-то социалистические. А товары, они могут быть социалистическими. В головах они могут быть, потому что в головах может быть даже черти. Не только боги, но и черти. Тем более нам разъяснили очень просто те же самые люди, которые писали Библию, что дьявол – это просто падший ангел. Ну, с кем не бывает. Его же, дьявола Бог же не создавал, он мир создавал, а дьявол говорит, а где дьявол, а кто дьявола создал? А это, говорит, я только ангелов создавал, а он потом сам пал. А что вы так создавали, чтобы они пали? Это странная фигура такая, какая-то странная. Вот вы, если будете создавать, вы будете так подбирать людей, чтобы они потом вас предали? Петр тоже. Петр в течение одной ночи 3 раза отрекся от Христа. Что таких союзников набрали? Если Путин бы набрал вместо Иванова, который у нас на филфаке здесь учился, такого соратника, который бы извлялся, и 3 раза бы отрекся в течение одной ночи. Не знаю, он бы не удержался бы здесь и года. Но там все-таки чекисты, они так это не отрекутся в течение там, одной ночи 3 раза. Ну, это потому что Библия, она тоже отражение некоторого материального мира. Ну, так сказать, мы это видим, проявляется. Итак, эту гипотезу о том, что, так сказать, так и будет бесконечное кувыркание, мы отвергаем. Бесконечного не будет. То есть собственность может быть либо общая, это бытие, либо частное. Это не бытие этого. Поэтому бытие начинается, затем отрицается, потом отрицается отрицание, и получается внутри себя бытие. Категория так и называется. Внутри себя бытие. То есть это вот налицо нет этой частной собственности, а частнособственнические поступки не только имеют место, а широко распространены. Широко распространены когда? Вот пока они широко распространены, это какая фаза коммунизма? Неполный коммунизм. Неполный коммунизм. А как неполный коммунизм называется? Незрелый, неполный, неразвитый коммунизм во всех отношениях, несущий отпечаток того строя, из которого он вышел. Родимые пятна капитализма, как он называется? Вот. То есть социализм никакой не особый строй. Нет такой способа производства, нет информации такой, нет. Это просто неразвитый коммунизм. Вот я все время на вас нападаю, раз уж вы согласились такую роль выполнять, как человек мужественный, так и мой помощник. У нас с ним договор есть, все у нас в порядке будет. И вот, раз уж вы согласились, могу я ожидать, что вы, как молодой человек, во всех отношениях обладаете теми свойствами, которые обладает вполне зрелый человек? Не могу, правда? Не могу. Теперь могу я от вас, вот вы первокурсник, а я требую от вас то, что должен знать специалист. Это скорее говорит обо мне плохо, чем о вас, правильно? Ну, требовать-то можно. Но я-то требую на вырост. Но я могу считать, что вы хоть и молодой, но вы человек. Естественно. Нет, животное, как бы, мы обсудили. Мы обсудили, но вы не просто животное, вы животное разумное, трудящееся, говорящее, сейчас даже говорите со мной, и трудящееся, и общественное. То есть вы человек, но если вы молодой человек, то вы все равно человек. Конечно. Так молодой коммунизм все равно коммунизм, а вы хотели его выдать за какой-то другой строй. Согласны? Неправильно выдавать. То есть социализм – это не другой строй, это даже вообще слова-то, социала – это тоже общее. То есть это так постепенно закрепилось. Например, вы можете найти у Ленина в некоторых местах две фазы социализма. То есть идет речь об обществе, основанном на общественной собственности. Но это уже, так сказать, устоялось так, что вот под социализмом понимается низшая фаза коммунизма, не развитый коммунизм, не полный, не зрелый, молодой коммунизм, короче говоря. А уже развитый называется как полный коммунизм. То есть нельзя ставить это вот социализм, а это коммунизм. И это коммунизм, и это коммунизм. Только это не зрелый, а это зрелый. И вы человек, и я человек. Но вы еще, так сказать, не вполне специалист. А я вот, если я считаюсь вполне специалистом, если я чего-то не знаю, это, вот это же постыдно. Это действительно я согласен. То есть тут надо меня каменями уже побивать. А вас нельзя побивать, потому что вы, так сказать, вы объявили, я молодой человек. Чего вы еще ко мне пристали? Я молодой, я могу еще пока ошибаться. А? На экзамене не помогает. Почему это не помогает? Вот я учту на экзамене вашу активную деятельность на лекциях. Почему мне это не учесть? Как человек справедливый. У меня кроме недостатков есть же и достоинства какие-то. Я же в чем-то должен их тоже проявить. Вы думали, просто так я вот на вас напал? Мы, может, вообще специально договорились, чтобы всем понятнее было. Они думают, что у нас это все экспромт. А мы это тренировались вчера целые 5 часов. Такой же может быть? Ну, конечно, вот. Да. Так что вот мы очень важную вещь выяснили, что тут то, что рождается, оно, естественно, несет следы того строя, из которого оно родилось. А переход-то вот сам этот, становление. Вот какое время у нас заняло становление коммунизма тогда в России? С какого года по какой год становление коммунизма? Вы говорили, с 17 по 35. Ну, с 17 по 35. То есть, это, ну, я делаю не в годах, а дело в том, что к 35 году собственность на основные средства производства и в городе, и в деревне стала общественной. Собственность одна, а формы две. Две формы подчинения производства общественным интересам. В городах через государственные предприятия, а в деревнях через совхозы, тоже государственные предприятия, и колхозы. В основном через колхозы, через коллективные хозяйства. Но это две формы одной общественной собственности. Если собственность общественная, то какой строй это? Коммунизм. Значит, переход, вот это становление нового строя, становление коммунизма из капитализма заняло, следовательно, период с 17-го года, с 27 ноября, когда появилось государство рабочего класса, и до середины 30-х годов, когда завершилось обобществление основных средств производства. Это переходный период, это период становления. А раз становление, то какие противоположные движения надо в нем различать в этом периоде? Вот. А вы хоть знаете хоть одну историческую работу про вот этот период, где бы рассказано было, кроме как просто про возникновение, еще про прихождение? Я ни одной не знаю. Я вот тоже как-то... Ни одной. И это вот эти, поэтому работы наши исторически настраивают только на, дескать, спокойно, все хорошо, ничего не будет, ничего нет негативного, никогда ничего не развалится, если мы построили дом, хотя мы знаем, что хотя мы построили, у нас все разваливается. Вот я с товарищами-туристами, то есть историками первого курса, занимаюсь в аудитории 97-й, который вот как раз фасад выходит на эту площадь Сахарова, вот как раз к зданию 12-й коллегии. Все там сейчас снаружи отремонтировано, а там весь потолок изуродован, так сказать, протечками и стены. Это что такое? Это возникновение или прихождение? Протечки. Прихождение. Возникновение протечек. Да. Возникновение протечек – это прихождение здания и потолка, и стен. Может быть такое, чтобы было возникновение без прихождения. А оказывается, что в книжках может... Книжки про переходный период все посвящены... Ну, пока еще была гражданская война, там понятно. Там, значит, возникновение это олицетворяет Красная армия, да? А прихождение – Белая армия. Ну, закончилась гражданская война. Но она закончилась в 20-м году. А еще 15 лет. Что, только было строительство, но вот вы строите. Во-первых, стройка. Это что такое стройка? Видели на стройке там стекла разбиты, грязь? Там что, одно возникновение? Вот пройдите к нам, вот поднимаетесь вы, допустим, к нам на философский, хотел сказать, факультет, институт философии. На втором этаже поставили новые оконные блоки. Ну, где-то по дороге уже кохнули серединку как раз. И никто вставить не может, поэтому уже процесс прихождения пошел. Еще пошел он тогда, когда этот блок стоял внизу. Теперь он уже установлен. Я все наблюдаю. Когда-нибудь это преодолеет, это прихождение каким-нибудь возникновением, застеклят или нет. А там застеклить так просто не получается, там надо двойное стекло делать. То есть это так непросто. А потом деньги на это уже не выделены. На преодоление прихождения деньги не выделены. Выделены просто на вот возникновение. Выбрать старое, поставить новое. И все. Где вы видели такое здание или какое-нибудь учреждение, или какой-нибудь организм, который бы только находился в процессе возникновения и не был бы в процессе прихождения, в переходный период? Нигде. Но книг таких вот нету. Ну, понятно, там, где есть вот Красная и Белая армия, там воюют. Про войну все понятно. Там слишком вот это противоречие выражено ярко. А вот когда идет мирная жизнь... И когда в этой мирной жизни что-нибудь гниют, какие-нибудь аппараты, учреждения, люди разлагаются, это не видно. Как бы это теоретически нет. И тогда получается просто начинается ловля врагов. Вот скажите, просто, если это переходный период, значит, негативные тенденции сильные в прихождении, в людях есть, значит, должны люди выступать, там, какое-то количество людей против социализма, против коммунизма, да? Это объективно. Причем вы можете и не выступать, но ваши недостатки-то выступают именно за это. Вы-то выступаете за коммунизм, за социализм, а ваши недостатки прямо противоположны. А если наши все недостатки сложить, все наши отрицательные действия сложить вместе, это будет могучая тенденция. И вот думать, сидят люди и думают, раз такая негативная тенденция, это враги. Не то, что у вас есть недостаток, а враги. Ну, враги тоже есть, конечно, какое-то количество, мало их. А вражеская тенденция очень сильная. И тогда, что думают люди, которые в органах сидят? Надо этих врагов поймать. Поймали вас поймали и говорят, так, у вас есть негативные тенденции. Вы понимаете, что они антиобщественные? А вы уже сказали. А вы знаете, что у нас общество советское? Значит, у вас антисоветское действие. Так, что с антисоветчиками будем делать? Пока еще не будем. Пока вы один. Сейчас мы начнем других собирать. У вас кто помогает-то вам? Один, второй, третий. Потом набирается уже их этих много людей. Но если уже групповое, то я согласен, то уже нельзя оставлять так. А потом тут другая проблема возникает. Представляете, я вот следователь, вот эти люди все сознались и записали, что они совершали антисоветские действия. Вот весь ряд этот, весь. И вот он хоть и спит, но уже понял, что дело его слаб, и уже все. И все записали, что они совершали антисоветские действия. А вот теперь, если я их не посажу или не расстреляю, то есть не напишу, не подведу, это меня же расстреляют. Представляете, люди написали, что они против советской власти, а я их спас. Что нужно делать? Меня расстреляют. Вот приятно иметь дело с умным человеком. Меня расстрелять надо. А мне жизнь дорога? Дорога. И у меня выбор такой, вас или меня. И вот вас уже нет этого ряда, все. А вызывает начальник меня и говорит, так, вот вы там 7 человек расстреляли. Ну, не вы лично, но подвели к расстрелу. А все осталось. Негативная тенденция исчезнет, прихождение от этого? Нет. Значит, вывод. Нет, пока еще нет. Мало взяли. Ну, раз мало посажали, потому что что-то остается тенденция такая. Давай, значит, это шире. Взяли шире. И что тут 3 ряда? И что? А потом выясняется, что а тенденция-то осталась, прихождение-то остается. Вот теперь уже вывод точный. Не тех брали. А если вы их не тех, то есть невиновных расстреляли, что нужно делать? Вот тут уж точно меня надо расстрелять. Согласны, да? Тут уж я никуда не могу отвертеться, расстрелять. Ежова-то расстреляли? И Егоду расстреляли? А тенденция осталась или пропала? И люди, которые не изучали, а говорят, мы изучали диалектику не по Гегелю. Даже Маяковский писал, мы диалектику учили не по Гегелю. А зачем по Гегелю? Это очень сложно. Мы там в боях гражданского... Ну, в гражданскую войну там видно были эти противоположности. Они не были такими подспудными, как в мирное время. И потом, на самом деле, из того, что у вас есть недостаток, следует, конечно, наличие негативной тенденции, потому что оно у всех есть, и у меня есть. И мы все вместе какими-то своими действиями подталкиваем эти негативные тенденции. Правильно? И они могучие. А потом, может быть, парочка, 2-3 носителя этой тенденции, для которых это является целью и самоцелью. Для нас это не цель и не самоцель, а отрицание. А для них это утверждение. Правильно? Но из этого-то не следует, что вы плохой человек или что вы антисоветский. Из того, что вы совершаете антисоветские действия, не следует то, что вы антисоветчик. Согласны? Из того, что я совершаю антикоммунистические действия, не следует то, что я антикоммунист. Надо смотреть, а вот основная, так сказать, деятельность моя в целом в чем состоит? То есть для этого надо разбираться в противоречиях. А вы, когда я даже спрашивал про механическое движение, так мы находится в этой точке или не находится? Нет, он не находится. Нет, он находится. То есть даже вот такую вроде простую вещь люди никак не могут сформулировать это противоречие, противоположность. Неправильно думать, что если я совершаю антиобщественные действия, то я сам антиобщественный человек. Надо смотреть в целом, какой вид противоречия, знаете какой? Целый его момент. Либо это хороший человек с недостатками, либо подлец с достоинствами. Третьего не дано. Они на равных, это вот как иногда изображают противоречие. Вот правая сторона, левая сторона. Как вот здесь красные, вот здесь белые. Ну, это примитив. В этом смысле война, с точки зрения интеллекта, примитив. Это вооруженная борьба классов, наций или государств. Примитив. То есть оно тут развернутое такое вот, это противоречие. Здесь нет этого вот целого. Ну, или можно считать так. Вот есть Россия, она целая. И есть, так сказать, правительство России, оно тоже целое в этом смысле. Есть советская Россия, а в нем есть белогвардейцы, которые хотят свергнуть это правительство. Тогда вот это вот вместе с Красной Гвардией, это советское государство, с которым воюют белогвардейцы. А вот если они победят, то вот белогвардейцы будут целы, белогвардейское государство. А вот эти там большевики и представители советской власти, это будет отрицание этого белогвардейского государства. И там, где удавалось там, на какой-то территории создать соответствующие, вот там как бы образовалось такого типа государство, правильно? Там быстренько этих самых расстреливали, коммунистов, а попадались туда депутаты Государственной Думы, учредительного собрания, что с ними делали? А заодно их тоже. Кто расстрелял-то? Депутаты учредительного собрания, белые или красные? Красные пальцем их не тронули. У нас тут собирали здесь специально, в Таврическом дворце, учредительное собрание. Большевики были в меньшинстве на учредительном собрании. Поговорили, поговорили, предложили проголосовать за то, что советская власть выше, чем парламентаризм. Так, утвердить все решения советской власти, что и на этом, что Дума исчерпывает свои... Простите, не Дума, а учредительное собрание исчерпывает свои обязанности. Ну, не захотели большевики, и левые эсеры ушли. А эти погутарили, погутарили, и потом пошли. Когда до ночи досидели, поехали в Ярославль, там шумели. Потом к Колчаку поехали. Колчак взял и посадил в тюрьму. Потом надоели они ему. Вы скорбите по убиенным депутатам учредительного собрания? А я скорблю. Потому что я гуманист, а вы не очень. Я даже задумался. Не задумались. А вы задумайтесь, как? Это же люди. Они о светлом думали. Ну и что они с нами не согласны? Так, что мы и расстреливать, что ли, сразу? Ну, так что тогда расстреливать-то? А то за Николашку все время плачут, за его семью, а за этих вот никто не плачет. Их больше, там целая куча было этих депутатов учредительного собрания. День надо какой-то сделать. Ну, не праздник, а наоборот, траурный. По убиенным-то. А то про Колчака фильм сделали, а про тех, кого он пострелял, не сделали. Нехорошо. Нехорошо, не исторично. Вообще, это вот не видеть вторую сторону противоречия, нехорошо. Согласитесь со мной. Я, конечно, как философ к этому подхожу, но ведь мы же знаем, что философия, она не над науками и не над материей, она в самой материи. То есть противоречие-то во всем. И если мы не изображаем противоречивую жизнь как противоречие, то мы ее изображаем фальшиво. То есть мы, ну, в крайнем случае, односторонние. Односторонние. Это правильность, но не истина. Вот у Гегеля есть такое развлечение. Правильный, достоверный, я проверил. Вот вы говорите, что у вас недостатки. Ничего, мы еще проверим, есть ли они у вас. Проверили, есть. И вот я уже теперь все думаю. Ну, теперь у меня не только правда, но и достоверность. А на самом деле до истины-то я не дошел, они-то у вас есть, но человек-то вы хороший. Истина-то в том, что вы хороший человек, а я что про вас, что у вас есть недостатки, что это мы это проверили. Сейчас мы им раскопаем и действительно убедимся, да, комиссию создадим из 3 человек и будем писать, да, есть у него такие вот, такой он. Поэтому, когда мы применяем вот это всего лишь, что мы там с вами рассуждали, о там, чистом бытии, чистое ничто, да, такая пустяковина вроде, там, простая такая вещь. Но это же вот, относится к переходу от каждой предыдущей формации к следующей. На что сразу рабовладельцы сразу появились? Что было вот первобытное общение коммунизм, раз уже все рабы, и, значит, строят водопроводы. Так, что ли? Где этот переходный период? Нету. Так. Хорошо, рабовладение. Стало превращаться в феодальные общества. Вот, дескать, набежали эти варвары, и это, все это разбили, эти государства. Ну, а что они разбили? Раньше разбивали, а появляются опять рабовладельческие государства. А тут разбили, и появляются уже феодальные. Значит, в чем тут дело? А в том дело, что уже изменились производительные силы. Уже не нужно это вот такое. Такие производительные силы требуют, чтобы не рабы держали в руках эти более современные орудия, правильно? Значит, ну, варвары помогли это разбить, но внутренний этот процесс шел, это надо тоже видеть, этот переход. Где у нас книжки о переходе от рабовладения к феодализму? Где бы было показано не только вот это движение от рабовладения к феодализму, но и обратное движение от феодализма к рабовладению. Где прихождение-то? Это не только применительно вот к переходному периоду, превращение капитализма в социализм. И вообще ну вот все это, все эти вот переходные моменты, переход от одной формации к другой, все односторонне изображаются в тех исторических произведениях, которые есть. Ну, в какой-то мере, наверное, находит это, но такое, скорее, несознательное и, так сказать, неочевидное выражение, и неявное. Ну хорошо, а вот мы знаем, что когда феодализм стал превращаться в буржуазный строй, и вот Наполеон выступил как противник королевской власти сначала, или нет? Да, а потом? Вот тут, пожалуйста, прихождение. Но прихождение вот, по отношению к одной фигуре, но ведь это прихождение было и в обществе. Он же не один это все делал. За ним же шли люди в этом направлении. Сначала шли за ним вперед, потом пошли за ним назад. А потом все-таки опять движение вперед было. В итоге все-таки капитализм победил. Это прогрессивно. На том этапе-то прогрессивно. Что-то вы так сомневаетесь, что капитализм-то более высокий строй. Свободные же стали. Раньше у вас земля была, теперь вы свободны от земли. Теперь вы свободны. Лозунг свободы. Все свободны. А я только не свободен. У меня фабрики и заводы. Поэтому кушать захотите, приходите, я вам дам работу. А если будете требовать зарплаты, это слишком много, потому что я вам уже работу дал, а вы еще и зарплату требуете. Немножко-то дам, конечно. Я острова покупаю, сейчас много не дам. Ну вы гуляйте, думайте, думайте. А вы погуляете, как совершенно свободный, поскольку у вас ни земли нет, ни средств производства. Ну, дня через 3 придете, у нас будет более спокойный разговор. А через неделю и вообще спокойный. Придете и скажете, да давайте вот что есть. Ну вот, говорю, хорошо, я знал, что вы придете. Вы человек свободный, разумный. Мы всегда находили с вами общий язык. И сейчас найдем. Вот я вам гроши буду платить, а вы мне будете целый 11,5 часов работать. В России работали. А Прохоров сейчас предлагает работать 12 часов. В современной России. Не слышали? Это прогресс или регресс? Этого человека... Так сказать, ум за разум дошел. Но свои интересы он понимает. Но примитивно понимает, потому что вообще есть два вида прибавочной стоимости, абсолютная и относительная. Если бы он прочитал в первом томе «Капитала», он бы узнал, что богатство истинное получается за счет технического прогресса, растет производительность труда, и тогда он вроде как долю, которую он дает рабочему, уменьшается, а объем увеличивается, а прибыль... очень сильно увеличивается. А если я буду просто удлинять рабочий день, все равно там есть границы. Ну, я вам буду давать разбавленную зарплату, а вы мне будете давать разбавленную работу. И мы будем изображать, что я на вас работаю, а вы будете изображать, что вы делаете прибыль. И прибыль будет слабенькая. У нас сейчас капитализм, вот сейчас как раз мы наблюдаем такой процесс прихождения нашего капитализма. Вот сейчас кризис, дескать. Из кризиса, кризис это что такое? Это болезнь, правда? Значит, из болезни выходит так, либо выходит, оздоравливается, или умирать начинает. Давайте, говорит, сократим зарплаты, капиталовложения. Если капиталовложение сейчас сократить, значит, через несколько лет, там, через 5, через 7, через 10 темпы упадут, правда? Если капиталовложение сократят. Допустим, сократили зарплату депутатам Госдумы и все вложили в заводы. Вы слышали, что в какой-нибудь завод что-нибудь вложили? Нет. В банки только вкладывают. А те вкладывают в свои карманы. А банки идут и покупают евро и доллар. И увеличивают покупательную способность доллара и евро, а рубль за наш счет. Давайте, говорит, еще уменьшим, там пенсии уменьшим, зарплаты. Наши банки разбогатеют, они тогда еще больше купят евро и доллар. Доллар и евро еще вырастут. И кого мы обогащаем? Это вот прихождение. И кто главный у нас тут противник по смыслу? Не санкции американские, а Центробанк, который что делает? Сколько, как вы думаете, в Америке ставка процентов за кредит? 1–1,5%. Да не в год, а по кредиту. Вот берете кредит под 1,5%. А если вы в Западную Европу пойдете, там 2,5–3%. Это по данным министра промышленности и торговли товарища Мантурова. Дениса Мантурова. Это опубликовал в газете. А если вы пойдете в наш Центробанк, он говорит, ключевая ставка 15. А если вы пойдете, вас вообще прогонят, скажут, идите в коммерческий банк, потому что Центральный банк выдает кредиты только коммерческим банкам. А коммерческие банки уже, пожалуйста, для промышленности, для сельского хозяйства. Значит, 15% ключевая ставка, плюс накидывает коммерческие банки 10–15, и под 25–30 получаете кредит. А норма прибыли какая у наших предприятий, какую-нибудь у промышленности? Сколько? Ну 10, если это максимум. Так 10% они получат прибыли, а 30 отдайте или 25. То есть это зарез, смерть нашей промышленности. Так кто у нас противник получается? Не в том смысле, что сознательный, а в том смысле, что вот оно прихождение-то. Вот оно здесь. Что хотят сделать? Значит, промышленность не развивается, сворачивается, меньше зарплаты, меньше народу, меньше фабрик, меньше заводов, меньше электростанций. Это все уже планируется меньше. Это антикризисные меры называются. Антикризисные меры никогда не вылезти из постели. Если болезнь надо преодолеть, а вместо этого более страшные санкции применяет Центробанк в промышленности. Сведомо кого? Сведомо, так сказать, руководителей. Поэтому, кто будет вот плохо знать диалектику, а у нас же мы готовим руководителей, не пропущу. Это приведет вообще к разрушению страны. Уже теперь разрушат уже и все, юрфак. У нас на филфаке товарищ учился Иванов, а у меня дипломником был товарищ Кудрин, который увез наши запасы финансовые в Америку под 2%. Под 2% в Америку. А мы получаем под 30. Ну, раньше бы сразу... А и так у нас раньше больше был процент, чем на Запад. Вот вся промышленность срослась с иностранным банковским капиталом. Потому что там дешевле. И поэтому, когда помогает нашим банкам, все деньги через 2 недели оказываются. В общем, надо знать, что кроме возникновения бывает прихождение. Это для социального становления характерно. И не только применительно вообще к переходному периоду, а вообще ведь в любое время все есть становление. Можно так сказать, что все есть становление? Раньше, как мы говорили, все есть бытие, все есть ничто. Вот, правильно, что вы – это не я? А можно я буду сказать, что я – это не вы? То есть я – ничто. Точно так же, все есть становление. Вы находитесь в процессе становления? Ну вот вы могли сказать, я же нахожусь в процессе становления, что вы ко мне все время шпыняете своими замечаниями. Это нормально для процесса становления. У меня и то, и другое есть. И я вперед иду, и назад немножко иду. И одновременно это происходит. В чем-то я вот выхожу вперед, а в чем-то я, значит, пока отступил назад. А вы мне помогите, и в этом вы прорвётесь вперед. То есть совершенно нормально. Мы должны привыкнуть к пониманию процессов социального движения как противоречивых процессов. Потому что мы все понимали как становление, а не как так, что есть только возникновение. Вот вы построили дом. Вы построили дом, так он же сразу разрушаться начинает. Даже когда вы строите, он начинает разрушаться. Особенно, когда зимой строите. Правильно? А вы построили дом и подмели. И что, если вы подмели вчера? Как некоторые говорят, помойте посуду. Так я вчера ее мыл. А вы говорите, переоденьте платье или рубашку. Так я же ее стирал. Ну, если стирали, а что, она не загрязняется, что ли? Ну, если рубашки загрязняются, платье загрязняется, пол загрязняется, а общественная жизнь не загрязняется, если не очищать ее. То есть, если не поддерживать позитивные тенденции, несознательно не противодействовать негативу. Такое может быть? Может быть такое государство, которое без коррупции? Не может быть. Но если мы сейчас думаем, что оно будет без коррупции, то это просто мы дураки. Это не коррупционеры виноваты, а мы дураки просто. Думаем, что бывает государство без коррупции. А без бюрократизма бывает. То есть вы меня ставите в особое положение, я буду ваш представитель, ваш. Мне будут платить, если я в Думу пойду, мне будут платить 400 000. Я буду очень биться просто за повышение вашей стипендии. Посылайте меня в Думу. Когда пошлете... Я там хорошо осознаю, что я несменяемый, потому что нету отзыва. Нету. Из советов можно было назвать, пока избирались по коллективам, до 1936 года. А из Думы нет. Раз меня нельзя отозвать, да ладно, это ваши стипендии. Важно, что у меня зарплата хорошая. То есть может ли быть такое, чтобы не было прихождения, а было бы только возникновение. Но это с точки зрения диалектики, это глупость какая-то, глупость. Но с другой стороны, раз люди еще не изучили диалектику, это не глупость, это вот такой этап. развития, неразвитые в этом отношении люди, недостаточно образованные. То есть образованные формально логически, но диалектически не... Все им представляется движение вперед, как движение по ступенькам. Я уже зашел на вторую ступень, ты зашел на вторую ступень, но твоя ступень уже вон там. Потому что она может осыпаться, все ступени. Все может развалиться. Все разваливается. Все, что создается одновременно и разваливается. Вот вы сидите, так вы же портите вообще сиденье. Вы осознаете, нет? Портите сиденье. Вот если вы тут не садились, они были бы, может, лучше сохранялись. Да, ходите вот по полу. Знаете, вот весь пол, он какой. Вообще студенты только вредят университету. Вроде бы как университет надо освободить от студентов, и будет хорошо. Заодно и нас освободят, потому что кто нам будет платить зарплату, нет студентов. Я думаю, а экономия какая? Вот она сейчас, решение-то. Вот уже мы начинаем деньги искать. На нашей зарплате можно больше сэкономить, чем на вашей стипендии. Надо еще подумать. Все разрушается, да. Это сколько на ремонт приходится? Но ремонт делают время от времени. Что в этот переходный период есть и то, и другое. И бытие одной формации, и ничто этой же формации. И они друг с другом борются, и действуют две противоположные тенденции, независимо от того, есть там гражданская война или нет гражданской войны, есть набеги варваров или нет, потому что набеги совершают одна сторона противоречия на другую постоянно и в любом варианте. Так? Так. Ну что, будем на этом заканчивать. А мы, по-моему, перебрали уже. А это вот говорит о том, что у меня тоже есть недостатки. Я просмотрел. И большой круг недостаток. Я у вас отнял целых 12 минут. 14. Я приношу свои извинения. И это мой недостаток. Я буду с ним бороться. Я вот недавно прошу сразу мне говорить, что все хорошо, это уже пошло прихождение. Спасибо за внимание.